Привет, город Даугавпилс. Это YouTube-канал «Чайка», репортаж не журналиста. И мы вместе со всем городом празднуем День города. 31 мая. Мая. Лето завтра, господа. Естественно, само собой, я все перепутал. Лето уже наступило. Представляете, сегодня 1 число. 1 июня. А 31 мая было вчера. Замечательный день. Огромное количество людей, собственно, как и вчера. Идет дождь, но приятный дождь, потому что светит солнце. И вообще нашему городу в последнее время светит солнце. Во всяком случае, нужно в это верить, даже если это не всегда так. А мы с вами узнаем, что сегодня происходит в нашем городе, какие настроения у людей и, самое главное, что люди знают о нашем городе. Ха, ну, конечно, как я мог забыть? Подписка, лайк и комментарий. И жить нам станет легче. А вы будете, возможно, чаще нас видеть. Вот интересно, все ли этого хотят? Главное, чтобы была какой-то фидбэк. Даже если отрицательный, ставьте дизлайк, пишите гневный комментарий. Мы к этому привыкли. Ну что ж, погнали! У нас есть сообщество так. Таких же энтузиастов. Каких? И кто вы? Ну, что? Автолюбители, что? Автоценители. Те, кто делают свои машины, те, кто поднимают их с колен и все остальное. Кирилл, Эва, Даша, Андрис, Олег, Влад. Кто вы? Клуб исторического моделирования. Пытаемся исторически моделировать. Так, ну у вас получается. Трубочистыми. А и такая профессия существует? Ну да, видишь? Ну да. Мы много. Тут из Эстонии еще приехали. Из Литвы там. О, литовец стоит. Да. Небезызвестный человек, который разыгрывает всегда айфоны. У него куча айфонов, и он их дарит хорошим людям, которые любят наш город Даугавпилс. Ты любишь город Даугавпилс? Очень люблю. Да, все, Мирослав. Доброго имени вам. Я перехожу к Вадиму. We're from Rokiškis. Кась? Rokiškis. Rokiškis, Литвения. Oh, it's the alcohol. Это машина, здесь вот Alfa Romeo с Литвы, наши товарищи приехали. Да, то есть там дальше в шеренге еще машины стоят. Это вообще дорогое же удовольствие, насколько я понимаю. Дорогое удовольствие, но это для души. Для души. Ты не считаешь денег, когда ты это делаешь для души. Ну и денег вам это не приносит, то есть, ну, это вот просто для себя. Нет, это полностью энтузиазм, ну, на своем энтузиазме. Да, а это из какого времени, из каких годов это? Раннее средневековье. У нас тут разброс с 7 по 11 примерно, наверное. А это каких регионов? То есть, Скандинавия. Викинги, Скандинавия. А что в Латвии происходило в эти года? То же самое, что везде. То есть, ну вот, примерно то же самое. Может, чуть поменьше железа, поменьше мечей, но такая же. А вы из Даугавпилса? Не, я из Айскрокла. А кто-нибудь из Даугавпилса есть? Есть. Да, вы из Даугавпилса? Как вас зовут? Георгий. Самый будоражущий факт о Даугавпилсе, который лично вас будоражит? Ну, меня, в общем-то, все устраивает. Я человек неприхотливый, я работаю, мне о чем-то задумываться другом нет. За что именно я его люблю? Да. Но самый будоражащий факт, то, что я тут родился. Это меня будоражит больше всего. Численность людей и дружелюбие. Давно ты этим занимаешься? Лет 5. А сколько тебе лет, прости? 25. Тогда давно. Тогда давно, да. Ты считаешь, у нас много людей в городе? Или сегодня именно? Сегодня, да. Потому что, когда приезжаешь вне города Даугавпилса, праздник, их нет. Есть, просто они занимаются делами, а сегодня выходной. Очень много приезжих, очень много туристов. Я здесь. Что ждешь от сегодняшнего дня? Чувство праздника и улыбок. Забыть все совместные обиды и просто помнить, что мы все любим Даугавпилс. У каждого свои причины, но все любим. Сколько вообще ты в нее вложил? Финансов, не души, а вот именно финансов. После 5 я перестал считать. Что-то, что вам искренне сильно нравится в городе Даугавпилс? А мне нравится в городе все. И порядок, и чистота улиц, абсолютно все. Как будто с вице-мэром поговорил. Ему тоже все нравится в нашем городе. А вы из Даугавпилса сами? Тут у нас разнобой немножко. Вот человек приехал из... Я из Розыгненского края вообще. О, окей. У школы сегодня день города. Давайте какой-нибудь самый крутой факт о Даугавпилсе. Что вы знаете? 1275 год. Ну да, Динабургская крепость там стоит у нас в Науенской волости. Но Даугавпилс перестроили тут поближе. So, what do you know about Даугавпилс? About what? Даугавпилс.
We are in Daugavpils now. It's a tricky question. But one thing. It's the second city in the Latvia. Yes. By its size. Yes. Yeah, and it's really nice. Что ты ждешь от сегодняшнего дня? Фейерверка настроения. За 40 тысяч. Нет, 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 мне недостаточно. Мне достаточно, например, увидеть вас. У меня фейерверк и поднимается настроение. Я это заслуживает внимания. А вы разговариваете, нет? Нет? Ну вы белка, можно так делать. Курва-бобр. Чем больше вот таких вот встреч, тем намного больше я начинаю наполняться. И тоже так же давать любовь. Благодарим. И передавать ее всем остальным. Да. Наполняйся, мой друг. Факт, вот который лично тебя будоражит. Навенс, наверное, ар Даугавпилы. Ты кайп ар Даугавпилы. Классный день, классный праздник. Это только начало программы, потому что я на самом деле всей программы не знаю, но знаю, что вечером будет большой концерт. Затем будет фейерверк, будет много всего. И это здорово, что в нашем городе, наш город сегодня бурлит жизнью. Ты хочешь, чтобы я шел? Я ненавижу эту тему, давай на месте лучше стоять. Кажется, что у нас в городе происходит какая-то невероятная жизнь. К сожалению, так происходит не всегда. Но поэтому и праздник не казался бы праздником, если бы это было каждый день. Поэтому всех приглашаю на следующий год, на уже 750-й год рождения города Даугавпилс. А с вами был репортаж нежурналиста. Не забывайте подписываться, ставить комментарий. Да что ж такое, а? Писать комментарий и ставить лайк. YouTube-канал Чайка. Что я забыл? Да, сегодня горячий день, горячая ночь и горячий город Даугавпилс. Всем пока!